Всем привет! Это программа «Дополнительное время». Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов, названия команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Начнем с футбола. В минувшую субботу саровская команда обыграла в матче чемпионата области Нижегородской «Зюшник» со счетом 4-2. Дубль у наших оформил Владимир Змеев, подам уголон за счет Дмитрия Новичкова и Кирилла Алипова. Продолжается и местный футбольный турнир. 4 июня прошла встреча между командами «Терем» и «Вымпел». Подробности футбольной схватки в нашем сюжете. Яркие атаки, динамичные передачи, острые моменты у обоих ворот. С первых минут футбольный клуб «Терем» атаковал соперника и смог отправить в сетку 2 мяча подряд. Но контратаки со стороны команды «Вымпел» долго ждать не пришлось. На перерыв игроки отправились со счетом 2-1. Во втором тайме футбольный клуб «Терем» вновь отличился и забил ворота «Вымпела» еще один мяч. Итог встречи 3-1. Соперник молодой. Это его в первую очередь, как бы он физически настроен перебегать сегодня. И у нас скамейка вот, половина травмирована, половина, то есть, как бы это на запасе. Соперник, да, соперник хороший. Команда «Терем» – чемпион зимнего турнира по футболу среди команд Сарова. Решение создать свою сборную и участвовать в городских турнирах было принято 2 года назад. Сегодня игрокам команды предстоит побороться за новый чемпионский титул. Хотелось бы занять, возможно, первое место в чемпионате города, ну, либо в Кубке города в этом году. Всего в чемпионате города принимают участие 14 команд. В этом году на поле встретятся практически равные по силе сборные. Матчи будут проходить сразу на 2 полях одновременно – центральном и запасном. Сезон у нас юбилейный, 70-й. Прежде всего, это для себя, для популяризации развития футбола, массового футбола, городского футбола. Чемпионат города по футболу только начался. Впереди футболистов ждет серьезная борьба за призовое место. Обладателем титула чемпиона города станет самая сильная и достойная команда. А вот результаты остальных встреч. Команда «Консар» переиграла команду 2 «Якса» 2-1. «Энергия» разгромила «Икар» ветеранов 7-1. Саровские спортсмены, те, что выступают в спорте высших достижений, на этой неделе попросили помощи у жителей города. Лыжница Анастасия Седова принимает участие в конкурсе названий самых известных нижегородцев. Если у вас есть желание помочь бронзовому призеру последних Олимпийских игр, проголосовать можно вот по этому адресу в сети интернет. Дерзайте, у нас все получится вместе. 27 мая в Санкт-Петербурге прошли соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи». Турнир, на котором собираются сильнейшие спортсмены России, проводится лишь раз в году. В этот раз в нем участвовали спортсмены из 35 регионов и 52 городов России. Нижегородскую область представляли 2 спортсменов-сотрудников РФИАЦМНЕФ. Павел Филатов, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, и мастер спорта России Сергей Серов, выступавший в весовой категории до 83 килограммов. Сергей занял 2 место, показав по сумме 3 упражнений 765 килограмм. В Арзамасе на прошедшей неделе состоялась матчевая встреча по боксу, на которой встретились команды клуба «Спартак» из города Саров и «Быть добру» из Арзамаса. Всего в мероприятии участвовало 16 спортсменов. Студент 2 курса СРФТИ Никита Тягушев завоевал 1 место в весовой категории до 70 килограммов. Вот совершенно неожиданная новость из мира хоккея, а точнее настольного хоккея. В Дивееве состоялся турнир по настольному хоккею, и в турнире принял участие 130 человек. Педагоги, учащиеся и их родители в течение 6 часов играли серию матчей. По их результатам определили победителей в высшей, первой и второй лигах. Всех наградили грамотами и призами, а победителям вручили ценные подарки. Кто бы мог подумать, но есть целая лига настольного хоккея, а в мире даже проводятся чемпионаты и есть свои спортивные звезды. В этот раз мастер-класс для ребят и их родителей проводил чемпион мира 92 года швед Йоран Агдуру. Культурно-спортивный центр «Казачий Острог» стал одним из победителей первого тура конкурса президентских грантов с проектом Международного спортивного фестиваля «Православный воин» в номинации «Сохранение исторической памяти». Проект «Православный воин» начинался как ежегодный турнир и проходил в Дивеевском районе с 2013 года. Теперь это военно-патриотический фестиваль, его формат расширяется с каждым годом. В этом году планируется провести до 10 видов различных соревнований. Кроме, ну, скажем так, традиционных армейского рукопашного боя, казачьего кинжального боя, военно-тактических соревнований, организаторы планируют провести состязания по спортивному лазертагу и рубке шашкой. Проходит это обычно в Дивееве. Надо будет, кстати, как-нибудь наведаться к ним и посмотреть, как это проходит.
последние майские дни прошли соревнования по легкой атлетике, кросс и эстафета в рамках спартакиады «Орфеат» в НИЭФ. Кросс спортсмены бежали на территории лыжной базы, мужчины преодолели 2 километра, женщины 1. Эстафета состоялась на стадионе ИКАР. Участвовало 12 команд по 4 человека, трое мужчин и одна женщина. Участники бежали по шведской системе 400, 300, 200 и 100 метров. В результате первое место заняла команда КФК «Авангард», второе КФК «Буревестник», третье КФК «Старт». До старта самого зрелищного спортивного события в мире осталась неделя. В нашей программе «Дополнительное время» на весь период проведения состязаний мы запускаем новую рубрику, в которой будем рассказывать не только о самых ярких достижениях российской сборной, но и освещать все нюансы мирового футбола. В первой серии вспоминаем историю Мундиаля. Расскажет нам о ней в специальной рубрике FIFA 2018 Павел Шпилько. «14 июня этого года стартует главное футбольное событие последних 4 лет. Чемпионат мира по футболу – самое популярное спортивное зрелище, за исключением Олимпийских игр. Прошлый Мундиаль, проходивший в Бразилии, собрал у телеэкранов более 3 миллиардов человек и подарил нам море голов, сенсаций и сборную России, опять вылетевшую из группы. Что же касается грядущего чемпионата мира, то это первый турнир, который пройдет в Восточной Европе. Право провести его Россия завоевала в 2010 году, выиграв конкуренцию у двух пар – Бельгии и Голландии, и Испании и Португалии. На протяжении 8 лет подготовки сам факт турнира часто ставился под сомнение, да и к самому процессу были вопросы. Так, ко всеобщему удивлению, РФС решил не включать Краснодар в список городов-хозяев, хотя там есть отличный стадион и спортивная база. Также масло в огонь подлил и коррупционный скандал FIFA, но учитывая, что до начала турнира остаются считанные дни, а вся эта нездоровая шумиха прошла, можно с уверенностью сказать, что чемпионату мира быть. Для сборной России это 4-й Мундиаль в истории, плюс сборная СССР 7 раз участвовала в мировых турнирах. О каждом из них я расскажу далее. В 1958 году сборная СССР впервые участвовала на чемпионате мира и сразу попала в группу смерти. Благо, вышла со второго места, уступив только будущим чемпионам мира бразильцам. В следующем раунде уставшие советские футболисты вылетели в матче со шведами. Еще через 4 года сборная СССР снова вышла из группы и снова проиграла в следующем раунде хозяевам турнира, но в этот раз уже чилийцам. В 1966 году в Великобритании сборная СССР добилась максимального успеха. Пройдя безошибочно групповой этап, сборная проиграла только в полуфинале немцам. К сожалению, за бронзовые медали побороться также не удалось. Португалия с Эйсебио была сильнее. В 1970 году сборная вновь вышла из группы и вновь проиграла в четвертьфинале. В этот раз Уругваю. Следующего чемпионата мира пришлось ждать аж 12 лет. В 1982 году в Испании сборная СССР вновь выходит из группы, но в следующем этапе дальше проходят поляки. В 1986 году вновь поражение в матчах на вылет. В 1/8 великая команда великого Валерия Лобановского уступила Бельгии во многом из-за гола, забитого из положения вне игры. На последнем своем мундиале в 1990 году сборная СССР даже не вышла из группы. Дальше начинается эпоха сборной России. В 1994 году сборная России в первый раз вылетела из группы, но зато Олег Соленко стал лучшим бомбардиром турнира, забив 6 голов, 5 из которых в ворота Камеруна. Следующим турниром стал чемпионат мира 2002 года в Японии и Корее, где нам досталась несложная группа с Бельгией, Тунисом и Японией. Результат очевиден – опять вылет в групповом этапе. В 2006 году на чемпионат мира попала только сборная Украины, которая дошла аж до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам мира итальянцам. А сборная России, совершив чудо 2008 года, ждала своего шанса аж до 2014 года. Этот мундиаль вы все прекрасно помните. Сначала Акинфеев закидывает мяч в свои ворота в матче с Кореей, затем безвольное поражение Бельгии и ничья с Алжиром. До свидания. Неутешительно и то, что нынешняя группа не выглядит слишком сложной. Египет, Уругвай и Саудовская Аравия. Но шапками закидать ее не хотят ни болельщики, ни футболисты. И пусть игра нашей сборной не внушает оптимизма, мы все равно будем переживать и болеть за нее. Потому что другой у нас нет. В эти выходные для всех любителей футбола практически праздник. 9 июня на стадионе ИКАР продолжится городской чемпионат по футболу. В 17 часов начнется встреча между командами «Авангард» и «Динамо УВД», а в 20 часов сойдутся «Арсенал» и «Буревестник». 10 июня в 17 часов состоится матч ФК «Саров» ФК «Семенов». Не забудьте занять места на трибунах стадиона. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!